Я описываю свою любимую собаку, такой, какой она была. И я благодарна мухе за то, что гуляла по ночам, сочиняла стихи и поэзию. И могу сказать, что домашние животные помогают думать и воспроизводить картинки в творчестве. А можно просто написать прозу истории жизни домашнего любимца. В дом случайно попала муха. Можно было бы написать о ее жизни, какой тяжелый был, когда хозяева предали ее и выбросили на улицу умирать. Прохожие издевались над бездомными животными. Жаль, что она не может сказать, как стала бездомной муха. Прожила со мной до старости и была счастлива, чувствуя теплоту, уют и любовь, о которой она забыла. На память я посвятила своей любимой собаке колыбельную. И благодаря мухе моя жизнь изменилась.